Все, я включил запись. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы с вами продолжаем изучение недельного раздела Бехукатай книги Ваикра. И надеюсь, что сегодня мы закончим и недельный раздел, и всю третью книгу Торы. Но начать я хочу с того, чем мы занимались на прошлом занятии. Помните, мы обсуждали, где находится еврейский рай и еврейский ад, и пришли к выводу, что Тора не занимается какими-то обещаниями потустороннего мира, а говорит о правильном и разумном существовании в мире здешнем. И если мы будем поступать правильно, то у нас все будет хорошо, а если будем поступать неправильно, то все будет плохо. При этом вот эти обещания Торы распространяются исключительно на Эрец Исраэль. То есть, когда евреи в своей стране, то, значит, вот при определенных усилиях с их стороны все будет хорошо. И дальше мы с вами закончили таким удивительно реалистичным предсказанием о том, что евреи обязательно нарушат заповеди, что от хорошей жизни они возомнят себя главными в этом мире, что силой моей руки я добился всего, чего я добился, и поэтому выполнение заповедей Всевышнего – это не столь важная вещь. И в ответ на это произойдет вот это наказание, изгнание, и после этого через долгое время изгнания, через все ужасы, которые предстоит там пережить, Всевышний вспомнит о потомках Авраама, Ицхака и Иакова, вспомнит землю, и произойдет наше возвращение в Эрец Исраэль. И все это настолько соответствует будущей нашей исторической судьбе, что вот мы были один раз изгнаны и вернулись в Эрец Исраэль, потом были второй раз изгнаны, почти 2000 лет находились в рассеянии между народами, о чем Тора говорит просто открытым текстом. «И рассею вас среди всех народов». И после этого, значит, единственный, уникальный и неповторимый в истории случай, мы вернулись на свою землю и восстановили свою государственность на своей земле. Кстати, заметим в скобках, что сегодня в Эрец Исраэль, вот у нас недавно итоги переписи публиковали Кроша Шана, и Эрец Исраэль сегодня – это самая большая еврейская община мира. Если 5 лет назад, раньше, еврейская община Эрец Исраэль была на втором месте, а на первом месте была еврейская община Соединенных Штатов по величине, то сегодня самое большое количество евреев проживает в Эрец Исраэль. Мы обогнали американскую общину. Итак, все эти замечательные предсказания Торы реально сбываются. Просто вот мы это видим все сейчас своими глазами, и мы являемся непосредственными участниками вот этих событий возвращения в Эрец Исраэль. Все это настолько удивительно, настолько превышает любые предсказания Нострадамуса, там, Ванги и прочее, прочее, что возникает у так называемых библейских критиков идея о том, что эти тексты имеют более позднее происхождение. Так вот, согласно нашей традиции, мы получили Тору в минус 14 веке. То есть примерно 3500 лет тому назад.
Ну, к сожалению, сегодня у нас нет в руках свитка того времени. Понятно, что если в пустыне был свиток только один, уникальный и неповторимый, потом свитки тиражировались, каждая община заводила свой свиток Торы и так далее. Тем не менее, хотя свитков было достаточно много, свитки 3000-летней давности у нас отсутствуют. И самый древний свиток книги Ваикра, который есть сегодня в нашем распоряжении, это свиток приблизительно минус второго века современного летоисчисления. То есть этому свитку приблизительно 2200 лет. То есть, понятно, он младше исходного свитка, но не так уж сильно младше и уж, по крайней мере, старше всех прочих книг, которые в человеческой цивилизации имеются. Этот свиток был обнаружен среди иных свитков Мертвого моря. Находится он сейчас в Иерусалиме, в музее книги. И вот, собственно, если он великолепно читается, он для книги, возраст которой 2200 лет, он сохранился просто превосходно. И текст этого свитка вполне совпадает с тем текстом, который мы с вами неделю назад читали. То есть предсказание о будущем рассеянии евреев, о том, что они будут изгнаны, рассеяны среди народов, о том, как они будут себя чувствовать в этом изгнании и что им предстоит пережить. И самое главное, как они обратно вернутся в свою страну, а случай уникальный и единственный в истории. Мы знаем десятки и сотни случаев, когда народы изгонялись со своей территории, теряли свою государственность. Мы знаем один единственный случай, когда народ вернулся после изгнания на свою территорию и свою государственность восстановил. Так вот, все это было записано, по крайней мере, за там, почти 300 лет до разрушения второго храма. То есть второй храм стоит на своем месте. Еврейское государство является суперимперией Ближнего Востока, главным, так сказать, актором ближневосточной политики, государством, которое несколько позже будут заключать паритетные договоры с Великим Римом. То есть все еще очень хорошо. И вот уже в тексте Торы все это написано. И города будут разрушены, и будете изгнаны, и страна станет пустыней для всех, кто придет сюда после вас, а потом, через долгие годы, вы вернетесь назад, и страна восстановится, и города будут отстроены, и дожди снова пойдут, польются на нашу землю. Сочинить такое невозможно. И остается нам признать, что текст этот имеет авторство нечеловеческое. То есть авторство человека состоит в том, что человек, Моше Рабейну, этот текст записывал, но записывал его под диктовку. Вещь совершенно уникальная. Топ. Значит, 27-й перек книги Ваикра. «И говорил Ашем Моше, сказав, говори сынам Исраэля и скажешь им, муж, если выделит недер по оценке твоей душ для Ашем, и будет оценка твоя мужчины от 20-летнего и до 60-летнего, и будет оценка твоя 50 шекелей серебра по шекелю выделенности, а если женщина она, и будет оценка твоя 30 шекелей». Ну, во-первых, два слова о том, что сейчас происходит. Значит, если вы когда-либо
участвовали в обряде еврейской свадьбы и читали ктубу, то есть договор, который подписывается между женихом и невестой, то завершение этого договора – это некие вполне материальные обязательства. То есть помимо «люблю-люблю» и помимо «братья заключаются на небесах» и все вот слова, которые к этому делу соответствуют, еврейская традиция занимается чистой прагматикой. Если я беру еврейскую девушку, женщину себе в жену, то я, мужчина, обязуюсь первое, второе, третье, четвертое с вполне материальным, конкретным, прописанным, так сказать, вот моим обязательством. А если она мне разонравится, и я захочу ее оставить, то тогда я должен платить денег вполне определенное количество. Кстати, очень немаленькое. Правду надо сказать. Так вот, книга «Шмот» и книга «Ваикра» могут восприниматься, ну так, на уровне аналогий, да, достаточно грубых, как некое супружеское действо. Мы заключили договор со Всевышним. Мы, в смысле, народ Израиля. И ктубой этого действа явилось, с одной стороны, явились 10 заповедей, вот те самые каменные скрижали, которые Моше принес с горы Синай, с другой стороны, текст Торы. И вот завершение этого нашего союзного договора, а мы с вами, ну вот на прошлой неделе как раз и говорили о том, что мы обязаны делать то-то, 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 а в ответ на это Всевышний обязан делать то-то, то-то, то-то. То есть происходит некий союзный договор. Так вот, завершение этого союзного договора содержит еще и вполне денежные моменты, так как положено во всякой ктубе. Значит, я сейчас прочитаю текст Торы немножко так бегом, а потом мы будем его обсуждать. Значит, если женщина и будет оценка твоя 30 шекелей, а если от 5-летнего и до 20-летнего и будет оценка твоя мужчине 20 шекелей, а женщине 10 шекелей. А если от месячного до 5-летнего и будет оценка твоя мужчине 5 шекелей серебра, а для женщины оценка твоя 3 шекеля серебра. А если от 60-летнего и выше, если мужчина и будет оценка твоя 15 шекелей, а женщины 10 шекелей. Вот как это не странно звучит, но Тора всех нас оценивает в денежном исчислении. Для удобства обсуждения я свел все это дело в таблицу. Значит, 4 возраста выделяет Тора и различные оценки для мужчин и для женщин. Существует достаточно такой примитивный комментарий, то, скажем, 50 шекелей и 30 шекелей – это средняя цена на рынке рабов, что человек стоит примерно вот столько. Ну и отсюда, если он младше, то, соответственно, дешевле, если он старик, то, соответственно, тоже дешевле. Все было бы хорошо, если бы не было абсолютно неверно. Как говорит один замечательный комментатор Торы, если ты прочел отрывок текста и у тебя есть первое объяснение, то сразу можешь его пропускать, оно неверное, иди ко второму. Так вот, оценка на рынке рабов – это неверно хотя бы потому, что в возрасте старше 60 лет
ни мужчина, ни женщина никакой ценности не представляли. И в развитых рабовладельческих государствах в ситуации более или менее гуманного хозяина старики старше 60 лет получали, так сказать, некий паёк на доживание. То есть их, так сказать, умеренно кормили для того, чтобы они могли спокойно прожить столько, сколько им Всевышний отпустил. Нужно быть большим специалистом, там нужно быть Сенекой или Аристотелем для того, чтобы, или, скажем, если все-таки они были свободные люди, ну хорошо, рабом был Лафонтен. Вот нужно было быть Лафонтеном, чтобы продолжать представлять интерес для хозяина в возрасте старше 60 лет. Ну уж понятно, что ни на физический труд, ни на деторождение, там, на какой-то женский труд старше 60 лет рабы уже не были способны. И, кстати, отметим, что по состоянию дел, сказать, вот, в те времена средняя продолжительность человеческой жизни составляла где-то в пределах 25-30 лет. Понятно, что кто-то доживал и до 120, слава богу, но средняя продолжительность жизни была такая, что 60 лет – это вообще вещь нереальная, и, наверное, так сказать, все, что старше 60, это еще менее реально. Значит, это второе соображение. Наконец, третье соображение. Исходя из средней продолжительности жизни, самым ценным и самым дорогим рабом, молодым, полным сил и имеющим, так сказать, перспективы проработать долгое время на своего хозяина, это был человек возраста, скажем, 17, 18, 20 лет. То есть вот возраст молодого раба, тем более молодой женщины, когда она на рынке стоит дороже всего. Из этого мы делаем вывод номер два, что вся эта оценка имеет, конечно, другой смысл. Что это не стоимость раба на рынке. Значит, давайте еще раз поймем, о чем нам говорит Тора. Муж, если выделит недер по оценке твоей душ для Ашем. Если вы читали замечательную книгу Фихтвангера «Иефай и его дочь», книга, которая представляет из себя художественную обработку одного перека из книги «Судей», Иефай был судья в Гилеаде, то вы наверняка запомнили такой страшный эпизод, когда Иефай вышел на войну против врагов. Исход битвы был абсолютно неясен. У врагов было численное преимущество. И перед битвой Иефай сказал, что если, значит, он молился, и если Всевышний дашь мне победу над врагами, то я отдам тебе первое, что встретит меня, когда я вернусь в свой дом. Ну, некий аналог известной русской народной сказки. Значит, была победа, войско Иефая возвращается домой, и навстречу ему выбегает его 14-летняя дочь. Ну и после всяких перипетий Иефай, в отличие от Авраама, приносит ее в жертву. Так вот, наши мудрецы замечают, что из этого следуют две вещи. Первое. Иефай плохо знал Тору,
И на самом деле он, в общем, в этом есть некий такой смысл, в этом заявлении. Он был побочный сын своего отца, то есть он был сын не от законной жены, а от наложницы. Образование не получил, так сказать, долгое время скитался вне своей земли, вне земли своего колена. И поэтому Тору он мог действительно знать очень плохо. Потому что, во-первых, в Торе существует процедура снятия обетов. То есть он мог прийти в Бейт-Дин, объяснить ситуацию, и Бейт-Дин принял бы соответствующее решение. Во-вторых, вот здесь вот, в разделе Бехукатай, открытым текстом сказано, что если дал недер о душе, то ее надо покупать деньгами. И Ифай одержал военную победу. Он обещал посвятить свою дочь Всевышнему. Ребенку 14 лет, ну, уже давно не ребенок, девушки в 12 лет становятся вполне себе совершеннолетними и годными для супружества. Значит, она вполне себе взрослая молодая девушка. Так вот, Ифай должен был просто отдать в храм. Ну, в эпоху судей храма в Иерусалиме не было, а стоял мешкан, вот тот походный наш храм, который мы пронесли по пустыне, и он стоял, в то время он стоял в Шило, он должен был прийти в Шило, передать священникам 20 шекелей серебра, и, так сказать, вопрос был бы закрыт. Ребенок остался бы жить, и выдали бы ее замуж, она бы родила сыновей и дочерей, все было бы совершенно замечательно. Вместо этого Ифай принес ее в жертву. Зарезал и сжег на жертвеннике. То есть вещь совершенно ужасная. Так вот, Тора специально оговаривает процедуру, что делать, если человек готов себя или кого-то еще принести в жертву. В жертву приносятся деньги. Значит, заметим, что вот эти вот 5, 20, 50, 15 и прочие шекели, это не сегодняшние шекели, когда 20 шекелей, это, я не знаю, пита с шавермой в забегаловке, да, это вот примерно столько стоит. Это так называемые шекели выделенности или храмовые шекели. Такой шекель, это было 18, примерно 18 грамм чистого серебра. И, скажем, 50 шекелей, это была серьезная сумма. За 50 шекелей, за 100 шекелей Яаков Авийну купил участок поля, где поставил шатер и построил жертвенник около города Шхем. А за 400 шекелей Авраам Авийну приобрел совершенно потрясающую недвижимость в столице Хевроне. Да? Вот, то есть 50 шекелей – это серьезные деньги. Это, скажем, 50 шекелей в эпоху судей – это стоимость хорошего такого дома, усадьбы ремесленника с земельным участком в Иерусалиме. И мы знаем абсолютно точно, что это так. Об этом в книге написано. То есть это, в общем, деньги такие серьезные и немаленькие. Значит, так вот, давайте сначала посмотрим на вот эту возрастную таблицу. Во-первых, так сказать, почему мы годовалого ребенка там, или полугодовалого ребенка выкупаем за 5 шекелей или за 3 шекеля, а вот ребенок до месяца как бы выкупу не подлежит? Ответ. Согласно еврейской традиции,
новорожденный в возрасте до 30 дней полноценным человеком не считается. То есть он родился. Если он мальчик, то ему уже сделали обрезание. Если это девочка, то провели процедуру наречения имени. А до 30 дней ребенок еще не вполне полноценный, он еще не укоренился в этом мире. Дело в том, что в те времена медицина была на совершенно другом уровне, и со многими вещами справляться не умели. И поэтому детская смертность, вот именно смертность детей до года, и особенно вот из этого количества детей, которые умирали, не достигнув возраста одного года, большинство умирало, не достигнув возраста месяца. А вот те, кто этот рубеж проходили, конечно, люди смертные, умереть можно от чего угодно, в любом возрасте, но если человек свои 30 дней на свете прожил, это большая вероятность того, что дальше он будет нормально жить столько, сколько ему Всевышний отпустит. И в частности, согласно еврейской традиции, так сказать, отметим в кавычках, если умирает ребенок возраста младше 30 дней, то траурных обрядов по нему не справляют. То есть существует определенная процедура, шива, 7 дней сидеть на низеньких скамеечках, вспоминая покойного. Вот если речь идет о ребенке до месяца, нет шивы, нет шлашим, нет годичного траура, нет йорцайта, так сказать, полноценное вхождение в этот мир он еще не совершил, а поэтому и уход из этого мира соответствующими процедурами не обставляется. Значит, смотрите, от месяца до 5 лет возраст младенчества, когда единственное, что ребенок делает, играет там в какие-то игрушки. От 5 до 20 лет в нашей традиции это возраст учебы, когда ребенка учат всему на свете. И читать, и писать, и ремеслу, и еврейской традиции, и будущие его функции в семье и в народе. Вот это время – это возраст учебы, плюс-минус. От 20 до 60 лет для обычного человека – это призывной возраст. То есть в израильскую армию по тем временам призывали в 20 лет, и человек оставался военно обязанным до 60 лет. То есть это основной активный возраст мужчины – воевать. Ну и понятное дело, что и для женщины это тоже основной активный возраст, мы сейчас до этого дойдем. Старше 60 лет в армию не призывают, и это уже человек на покое. Интересно, да, что в СССР пенсия с 60 лет, да? Единственная, наверное, страна в мире, у которой пенсионный возраст вполне соответствует рекомендации Торы. Хорошо, теперь давайте смотреть на числа. Значит, если мы внимательно поглядим на эти числа, то мы увидим 4 основы. Здесь где-то есть число 3, которое повторяется неоднократно, 3, 30, 3жды 5 там, и так далее. Есть число 2, которое тоже несколько раз, во-первых, 5 – это 3 плюс 2, 20 – это 2 умножить на 10, 50 – значит 3 плюс 2 умножить на 10, значит 3, 2 – соответственно, число 5 неоднократно встречается, и число 10. Я сейчас воспользуюсь объяснениями Рава Гирша, который интерпретирует вот эту вот численную
табличку следующим образом. Ну, во-первых, что такое 10, нам более или менее понятно. Мир создан 10 речениями. На Египет обрушилось 10 казней для того, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире. Всевышний, как мы уже с вами обсуждали в прошлом году, сначала раскрылся Египту, а уже потом еврейскому народу, и раскрывался он 10 казнями. Мы получили Тору 10 заповедями с горы Синай. Когда собираются вместе 10 мужчин, то это символ полноты общины. Всевышний присутствует там, где 10 собрались во имя Его. То есть 10 – это символ полноты, законченности. Отсюда, между прочим, становится понятно значение числа 40. Число 4 – это символ места. Да, вот 4 стороны света, из каждой точки на плоскости можно пойти, грубо говоря, в 4 разных направлениях. Значит, 40 – это полнота обустройства места. Отсюда 40 недель беременности, вот пока зародыш полностью будет обустроен в этом месте. Отсюда 40-летние странствия по пустыне, пока место будет вполне готово, и мы сами подготовим себя, чтобы уготованное нам место занять. Ну, я думаю, это уже моя фантазия, отсюда московские 40-40, полнота городского устройства. Так вот, 10 – это символ полноты. Когда 10 добавляется к какому-либо другому числу, то он делает его полным. Что такое 3? А 3 – это модель самой маленькой семьи. Он, она и рожденный ими ребенок. Значит, семья может быть, конечно, больше, слава Богу, детей может быть много, но 3 – это минимальная модель семейной полноты. До тех пор, пока нет ребенка, он плюс она полноценной семьей не очень-то является. Что такое 2? А 2 – это минимальная общность, это минимальное, самое маленькое множество. Ну, если не говорить о пустом множестве, где нет ничего, и не говорить о множестве, состоящем из одной единицы, где тоже мало чего есть, кроме нее, все-таки, когда есть 2, то это уже какое-то общество. Самое маленькое, самое минимальное, но это уже общество. Между первым и вторым есть какие-то отношения, они могут быть достаточно сложные, ситуативные и так далее. Итак, 2 – это модель общества, 3 – модель семьи. И вот когда есть ребенок от месяца до 5 лет, он еще ничего не умеет, он еще ничему не научился. Собственно, если он там младше года, он еще и ходить-то не умеет, и ложку держать не умеет. То есть он только потенциал. Потенциал чего? Для женщины 3, то есть главная жизненная функция женщины – это строительство семьи. Не просто родить ребенка, а еще и обеспечить вот функционирование минимальной ячейки общества. Взаимоотношения в семье, шалом в семье, обустройство дома и так далее, и так далее. Ну, за подробностями я вас отсылаю к еврейской традиции. Эшет Хаиль, замечательная притча царя Шломо, которую мы читаем нашим женам каждый раз перед наступлением Шаббата. И в этой притче царь Соломон, царь Шломо, великолепно описывает, вот в чем суть и задача еврейской женщины. Итак, цифра 3 – это
потенциал вот будущей матери главы дома, главы семейства. То есть это то, что в нее заложено, это ее цель. А почему мужчина 5? А 5 – это 3 плюс 2. И с одной стороны, задача мужчины – это на паритетных началах с женой строить семейное благополучие, как мы с вами уже говорили в Берешите, если жена министра внутренних дел в семейном государстве, то муж – министр иностранных дел и военный министр для государства своего, для своего семейного государства. Так вот, у мужчины две задачи. У мужчины задача семейная плюс задача строительства общественных отношений. А поэтому 5, 3 плюс 2. И это потенциал мужчины, который потом должен будет раскрыться. Теперь они начинают учиться. И вот от 5 до 20 лет в процессе учебы происходит раскрытие полноты возможностей. Они еще ничего не сделали в своей жизни. Ну, кроме, может быть, заповеди там уважения родителей, помощи родителям и так далее, и так далее. Но, так сказать, вот эта учеба приводит к тому, что изначально заложенный потенциал раскрывается, становится вполне функциональным. Так вот, полнота женщины 10, перед ней стоит одна задача – строительство семьи. Полнота мужчины 20, две задачи – семейная и общественная. Наконец, в своем трудоспособном возрасте от 20 до 40 лет мужчина полностью раскрывает заложенный, по крайней мере, должен полностью раскрыть заложенный в нем исходный потенциал. Вот у него были две задачи на пятерку от 20 до 60 лет, умножим на 10, полнота раскрытия. Значит, если 20 – это полнота подготовки, то 50 – это полнота раскрытия. Соответственно, полнота раскрытия женщины – 30, ее потенциал 3 и полнота его раскрытия 30. Наконец, возраст после 60. Согласно Торе, это уже старость, это время пожинания плодов. У женщины к этому моменту уже не только дети, у нее уже внуки, а по тем временам уже у многих и правнуки. И она уже, так сказать, построила семью, и дом обустроен, и дети воспитаны, и внуки появились, и правнуки появились, и все очень хорошо. И тогда она может наслаждаться абсолютной полнотой выполнения своей задачи. Не действием строительства семьи, а только полнотой результата. Поэтому 10. И мужчина уже не вкладывает столько сил, скажем, в строительство дома, в обеспечение экономического фундамента семьи, в общественную деятельность и так далее. И он тоже может наслаждаться полнотой, и эта полнота, она 10 – семейная полнота и 5 – общественная. Почему общественная полнота только 5? А помните, мы с вами обсуждали, почему при подсчете сдавали половину шекеля? А чтобы каждый понимал, что вот в этом самом минимальном обществе он только одна сторона, есть еще вторая сторона. И поэтому 10 совершенства плюс
половина совершенства. То есть вот такой смысловой ряд вот этих вот оценок. Но первое и самое главное – это разговор о том, что в ситуации, когда, скажем, мы посвящаем какую-то душу Всевышнему, то речь вовсе не идет о заклании на жертвеннике. Должен вам сказать, я не помню, говорил я об этом или не говорил, когда-то. Да, наверное, говорил. И, наверное, говорил еще в книге «Шмот», что у Иефая, который зарезал свою дочь, перед глазами были многочисленные примеры. Дело в том, что вот сейчас наша израильская археология, так сказать, уже наука достаточно развитая, в нашей стране ни один сарай не строят, прежде чем на этом месте не проведут археологические раскопки до материка, до чистой земли, не тронутой человеком. Так вот, раскопали множество сооружений кнаанейского периода. То есть это время до прихода евреев в нашу страну, да, когда здесь жили 7 кнаанских племен. Так вот, у кнаанеев был такой миленький обычай. Когда в семье рождался первенец мужского пола, его приносили в жертву, резали, клали в глиняный кувшин и закапывали под угол дома. И эта жертва богам должна была обеспечить благосостояние и устойчивость семьи. Так вот, очень не случайно нам Тора говорит, по уставам земли египетской, которые мы в течение там 200 или 400 лет изучали, не ходите, и по уставам земли кнаанейской, в которую вы идете, не ходите, а ходите по Торе. То есть, когда Иефай принес дочь в жертву, то он просто поступил так, как поступали окружающие племена. А вот согласно Торе он так поступать не должен был. Так, а дальше Тора задает интересный вопрос. Предположим, человек вот дал недер принести соответствующую жертву, скажем, себя или своего сына-первенца там, и так далее, и так далее. Недер-то дал. Недер может быть ведь не в отношении событий, которые происходят, ну вот, прямо сейчас, да? Вон, там, не знаю. А если моя дочь удачно выйдет замуж, а ей еще годик пока, то тогда я обязуюсь. Недер может быть по времени довольно растянутый, вот этот обет, обещание. Так вот, обещано принести в жертву человека. А, скажем, 50 шекелей или 20 шекелей, мы уж с вами говорили, что это деньги очень серьезные по тем временам, у человека нет. И Тора на эту тему говорит так. А если обнищал он от оценки твоей, и поставят его перед коэном, и оценит его коэн, потому чего достигнет рука обещающего, оценит его коэн. То есть, вот этот вот мы с вами обсуждали, что главный мотив действий коэна – это хесед, плохой перевод – милосердие. То есть, понятно, что если человек мог дать недер, мог дать обещание, когда его материальное положение было вполне благополучным, а вот после того, как он дал недер, и если обнищал он от оценки твоей, то есть за время, прошедшее от недера, да, он обнищал, и у него таких денег нет. Тогда коэн анализирует его экономическую ситуацию и велит ему заплатить какую-то меньшую льготную сумму для того, чтобы, так сказать, все было соблюдено.
При этом насколько меньшую, Тора не обсуждает. Переменная цена в зависимости от возможности человека. Чему достигла рука его? Что у него есть, то он и даст. Значит, ну, не обязательно давать обещания Всевышнему человеческой душой. Вполне возможно, что это и что-то другое. А если скот, из которого приближается жертва для Ашем, все, что даст из него для Ашем, будет выделенностью. То есть у меня, скажем, овцы заболели, и я даю обязательство, если у меня эта эпидемия пройдет, если стадо выздоровеет, то я вот эту овцу принесу в жертву Всевышнему. Так вот, если я дал определенное, вполне конкретное определенное животное для Всевышнего, то не поменяет его и не заменит его. То есть, если я пометил вот краской, клеймом, каким-то образом, там, я не знаю, ленточкой на шею, я пометил конкретную овечку, которую я отнесу в храм, то я не заменю ее хорошего на плохого или плохого на хорошего. А если заменяя заменит скот на скот, и будет он и замена его, будет выделенностью. То есть попытка поменять одно животное на другое, одну овечку на другую, причем эта попытка может иметь как и отрицательную, так и вполне положительную коннотацию. Ну, отрицательно это понятно, да? Овечка получилась жирная, упитанная, плодовитая. Дай-ка я отнесу в храм что-нибудь попроще, да? А может быть, совсем наоборот? Овечка еле пережила эпидемию, охромела, худая кожа до кости, да еще и ногу сломала. Ну, куда такую нести в храм? Давай я вместо нее возьму что-то получше. Так вот, любая подобная попытка замены заканчивается тем, что не одно, а два животных надлежит отнести в храм. То есть перед Всевышним не надо лукавить. Что обещал, то и отдает. А если всякий скот нечистый, из которого не приближают жертву для Ашем, то есть если я, скажем, купец, да, и во время своего купеческого странствия с караваном говорю, вот если у меня путешествие пройдет нормально, если я все смогу продать, все смогу купить и благополучно вернуться домой, то я своего верблюда принесу в храм для Всевышнего. Так вот, если это овца, теленок, баран и так далее, то это то, из чего можно приносить жертву, что называется, тогда в храм ведут натуру, это животное. А если скот нечистый, то есть верблюд, осел, транспортное тоже средство, лошадь, скажем, тогда поставят скот перед коэном и оценит коэн его между хорошим и между плохим. По оценке твоей коэна так будет. То есть опять на свет приходит коэн, и дает оценку, причем, так сказать, коэн не должен, опять-таки, бросаться в крайности. Если на рынке есть дорогие верблюды, допустим, по 20 шекелей, и дешевые верблюды по 10 шекелей, значит, коэн должен сказать, за этого верблюда ты должен принести 15 шекелей. Не сравнивайте с человеческими оценками. Это я сказал условно. Но может возникнуть ситуация опять. Что делать, если данное животное отдавать в храм очень не хочется? Ну, например, в результате каких-то перипетий я обещал храму козла, а козел этот у меня остался последний в стаде.
Вот последний вожак стада и оплодотворитель молодых козочек. И лишиться козла я ну никак не хочу, а Всевышнему обещал. Тогда, и если освобождая освободит его и добавит пятую часть на оценку твою. То есть если Коэн сказал, козел стоит 10 шекелей, а козла я отдавать не хочу, он у меня последний. Тогда я говорю, уважаемый Коэн, за козла я заплачу 10 шекелей, и плюс я заплачу еще 20%, пятую часть, я заплачу 12 шекелей, а козла отдавать не буду. Возьмите, пожалуйста, деньгами. То есть и за животное можно расплатиться, как за человека. Опять-таки, Всевышнему можно посвятить не только человека и животное, но любую недвижимость. И муж, если выделит дом свой выделенностью для Ашем и оценит его Коэн между хорошим и между плохим, как оценит его Коэн, так станет. Опять происходит некая средняя рыночная оценка с помощью Коэна. Но если в результате, опять же, ситуаций каких-то, дом это у меня остался последнее место жительства, как у нас сейчас в законе, да, что с первой квартиры налог не надо платить, а вот с третьей квартиры надо уже платить отдельный налог. Так вот, если это у меня квартира единственная, и отдать дом Всевышнему, значит, самому остаться на улице. Тогда сказано, а если выделивший освободит дом свой и добавит пятую часть серебра оценки твоей к нему, и будет ему. То есть, если я не хочу отдавать дом храму, дом оценили, скажем, в 100 шекелей, я плачу храму 120 шекелей, дом остается мне. А если из поля владения своего выделит муж для Ашем, и будет оценка твоя по семени его, семени хомера ячменя за 50 шекелей серебра. Ну, здесь надо понять, что это такое. Геометрия – это вообще была не очень наша наука, хотя в книге Шмот масса геометрических чертежей, там описаний всего на свете, но тем не менее. И даже не в том дело, что геометрия не наша наука. Те, кто были в Эрец-Исраэль, знают, что в раньшие времена главная наша сельскохозяйственная территория – это было центральное Нагорье. Все на горах. Поля – это террасы. Это где-нибудь в широкой украинской степи поля – строгие прямоугольники. И очень легко определить площадь поля, да, длина на ширину. Когда поле у тебя абсолютно неправильной какой-то кляксообразной формы, то определяли площадь поля по количеству зерна, необходимого для средней плотности посева. Так вот, хомер ячменя, то есть 38 литров ячменя, это количество зерна, которое можно посеять приблизительно на площади 75 тысяч квадратных локтей амот. Это, если перевести на европейские меры, приблизительно участок 100 на 150 метров. Вот такой участок засевается хомером ячменя. И цена такого участка, независимо от его формы, важна его площадь. 50 шекелей серебра. Это цена поля. Но мы с вами помним, мы это обсуждали уже в книге Ваикра, что есть у нас такой замечательный год Йовель, 50-й год, когда вся недвижимость возвращается к своим первоначальным хозяевам. И мы с вами уже говорили, что цена продажи поля – это, по сути, не цена продажи, а цена сдачи поля в долгосрочную аренду. И поэтому, если от года Йовель выделит поле свое, по оценке его встанет. То есть, если я отдаю поле
в год Йовель, скажем, в следующий год после Йовеля, значит, цена этого поля 50 шекелей серебра. Если это на хомер ячменя. А если после Йовеля выделит поле свое и посчитает ему коэн серебро по годам, оставшимся до года Йовель, и вычтется из оценки его. Ну, понятно, что тот же по площади участок, засеваемый, участок, засеваемый хомером ячменя, если мы его отдаем 40 лет спустя после Йовеля, то есть до следующего Йовеля остается 10 лет, значит, задача по арифметике, сколько будет стоить это поле, очевидно, оно будет стоить не 50, а 10 шекелей серебром. Опять-таки ситуация, если я поле отдавать не хочу. А если не освободит, а если освобождая, освободит поле, выделяющее его, и добавит пятую часть серебра оценки твоей к нему и станет ему. То есть, если я продаю это поле в Йовель, поле размером хомер ячменя, значит, чтобы его не отдавать, я должен заплатить 50 плюс 20%, 60 шекелей. А если не освободит поле, и если продаст поле мужу другому, не освободится больше. То есть передача поля в Бейт-Мигдаш, это уже такая ситуация. То есть если казначей Бейт-Мигдаш продаст поле другому человеку, то первоначальный хозяин окончательно потеряет все права на это поле. Потому что если он его не выкупил обратно, значит, он отказался от своего владения. Значит, ну, обратите внимание, что если человек продал свое поле в год Йовель, а выкупить его хочет 49 лет спустя, то он должен за это поле заплатить ровно 1 шекель 20 огород. Сказать, вот та цена, которая осталась в поле перед Йовелем. И будет поле при выходе его в Йовель выделенностью для Ашем, как поле Херема. Для Коэна будет владение его. Ситуация, если хозяин своего поля не выкупает, тогда после Йовеля поле станет владением Коэна. А если после покупки его, которая не из поля владения его, выделит для Ашем. То есть, если это поле покупки, купленное, а не наследованное имущество, тогда оно для Всевышнего. И посчитает ему коэн сумму оценки твоей до года Йовель и даст оценку твою в день тот, выделенность для Ашем. То есть, ну, то, что я вам уже сказал, что если я выкупаю 49 лет спустя, в день тот, это будут другие деньги. В год Йовель вернется поле к тому, у которого купил, к тому, которого владение земли. То есть, здесь речь идет вот об этом исходном, первоначальном делении земли Израиля на участки по коленам и по семьям. И вся оценка твоя будет по шекелю выделенности, 20 гера будет шекель. Ну, мы с вами обсудили, шекель – это 18 грамм серебра, а гера – это самая мелкая серебряная монетка, примерно 0,9 грамма серебра. Только первенец, который будет признан первенцем для Ашем в скоте, не выделит муж его, если бык, если ягненок, для Ашем он. То есть первенца скота, вот того, кто отверзает утробу, нужно выделять для Всевышнего, и, так сказать, обратно он не возвращается, он обязательно идет в храм. А если в скоте нечистом и выкупит по оценке твоей и добавит пятую часть к нему, а если не освободится и продается по оценке твоей. Значит, если речь идет о маленьком осленке, да, который, в принципе, первенец, нужно его отдать в храм, то есть два варианта.
или 120% цены осленка, или он будет продан по оценке коина просто на рынке, и деньги идут в храм. И вот дальше начинается самое важное. Только всякий херем, который даст муж для Ашем из всего, что у него, из человека, из скота, из поля владения своего, не продастся и не освободится. Всякий херем, кодеш кадашим, он для Ашем. Здесь слово херем имеет значение приговор суда. Значит, мы привыкли, что херем – это некое отделение, так вот в результате приговора суда происходит отделение, выделение чего-то. Что значит херем на поле? Ну, простая вещь, мы это будем обсуждать в книге «Дворим». Значит, человек неаккуратно жег сухую траву на своем поле, и вышел огонь и сжег поле соседа. За это по решению суда происходит конфискация поля того, кто плохо занимался вот этими огненными работами. И решение суда деньгами не заменяется. То есть не продастся и не освободится всякий херем, кодеш кадашим, он для Ашем. Всякий херем, который будет взят из людей, не выкупится, смертью умрет. О чем речь? Если я посвятил там себя или своего первенца там, и так далее Всевышнему, то я, как мы уже говорили, плачу за него денег. А вот если есть суд, и суд вынес смертный приговор, то этот смертный приговор приводится в исполнение, и никакими деньгами преступника выкупить нельзя. Смертью умрет. И всякая десятина земли, из семени земли, из плода дерева, для Ашем она, выделенность для Ашем. Значит, подробнее мы эти законы выделенности десятин будем обсуждать в книге «Дворим». А если, освобождая, освободит муж из десятины своей, пятую часть ее добавит к ней. То есть, если я из урожая определенное количество должен принести в храм, но по каким-то причинам не хочу нести вот эту часть урожая, ну, например, потому что я живу далеко от Иерусалима, и тащить вот эту десятину урожая мне далеко и трудно. Значит, я должен посмотреть на рыночную стоимость десятины, на всякий случай добавить 20% и передать в храм деньги. И всякая десятина крупного и мелкого скота, все, что пройдет под посохом, десятой будет выделенностью для Ашема. Значит, вот эта вот десятина приплода – это то мясо, которое в обязательном порядке должно пойти на мирные жертвы шламим. То есть десятину чистого скота режут в храме, в Бейт-Амикдаше, кровь выливается на жертвенник, внутренности там определенные сжигаются на жертвеннике, а мясо этой жертвы съедается хозяином жертвы, его семьей и гостями в Иерусалиме. Ну, еще кусок мяса дается тому коину, который жертву приносил. Не различит между хорошим и плохим и не заменит его, а если заменяя, заменит его, и будет он, и замена его будет выделенностью, не освободится. Мы уже с вами обсуждали эту ситуацию, что если вот проходит приплод скота под посохом пастуха, посох мажут краской, отсчитывают 9, на 10 ставят пятно, а это десятина. Следующие 9 на 10 ставят пятно. И вот эти вот запятнанные телята, овечки, это то, что идет Всевышнему в жертву шламим, заменять нельзя. Ни плохое на хорошее, ни хорошее на плохое. Попытка замены, как мы уже говорили, приводит к удваиванию жертвы. И то, и другое становится выделенностью. И последняя строчка третьей книги Торы.
эти мицвот, которые приказал Ашем Моше сынам Исраэля на горе Синай. Хазак, хазак, вэит хазек. То есть крепись, крепись и укрепишься в изучении Торы. Поздравляю вас с завершением третьей книги. Какие есть вопросы? Так, во-первых, в чате есть вопрос. Секундочку. Судя по цифрам и стоимости за выкуп, можно утверждать, что народ земли Израиля потенциально богатый, процветающий народ. Да, естественно. Значит, причем мы это знаем не только из текста Торы, но мы это знаем отовсюду, мы это знаем из археологии, мы это знаем из книг Млахим, книги царств израильских, где подробно описано, что и как у нас было. Скажем, сегодня археологи определили, археологи и экологи, что, во-первых, земля Израиля в ее полном, в ее полноте, да, мы сегодня уже много говорили про полноту, так вот, земля Израиля в ее полноте, что называется, от Нила до Евфрата, во-первых, эта земля является экологически самодостаточной. То есть в ней достаточное количество воды, всех природных ресурсов, пахотных земель, все, пастбищ, то есть все очень гармонично и соответствует. И эта земля могла прокормить, скажем, в эпоху царя Шломо, когда царство Израиля было на пике своего развития, значит, она могла прокормить примерно 10 миллионов жителей. Поскольку численность нашего народа в те времена и гораздо позже была существенно меньше, то мы были очень крупным экспортером и зерновых, и сухофруктов, и масла, и вина, и бальзама. Израиль – это был крупнейший экспортер сельскохозяйственных продуктов в нашем регионе. И, скажем, в раннеримскую эпоху масса товаров возилась отсюда в Италию, в Рим. Так сказать, мы были очень богатой и процветающей страной. Именно поэтому соседи на нее смотрели завистливо и зубы точили. Так, значит, на этот вопрос ответил. Еще вопросы? Так. Ну, так, вот. Сейчас, секундочку. Спасибо, что это за штука такая, Тора, просто заслушался. Вы знаете, а я зачитываюсь. Просто вот, как в той песне Высоцкого, открою на любой странице и не могу, читаю до конца. Как совместить понятие, что галут уже закончился, а только евреи живут еще в диаспоре, с фактом, что 10 колен еще потеряны? Значит ли это, что галут все-таки еще не закончен? Вопрос хороший. Значит, на самом деле разговор о 10 коленах, о их потере, о их поисках, это все гипотезы. Мы не очень пока понимаем, что же все-таки на самом деле с коленами произошло. Потому что на самом деле деление земли по коленам, по сути дела, закончилось при царе Давиде. Царь Давид произвел крупнейшую административную реформу и отменил дележку по коленам в интересах центрального правительства, Хевронского и Иерусалимского. Для того, чтобы рядовые евреи, жители вот отдельных местечек, территорий, смотрели больше на решение центрального правительства, чем на своего племенного вождя, на главу колена. И вот начиная с царя Давида,
шло очень активное смешение колен. И, к слову, о 10 потерянных коленах есть такое мнение, что когда, так сказать, вот придет Машиах, когда у нас будет наш помазанный консенсусный правитель, то в этот момент каждый из нас, каждый еврей, вдруг, непонятно почему и непонятно как, узнает, к какому колену он принадлежит и каким участком земли в Эрец-Исраэль он располагает. Он, его семья там. И не просто мы вернемся в Эрец-Исраэль, так сказать, вот я сделал Алию, поднялся в Эрец-Исраэль, ну, купил себе квартиру и живу в ней, да? Так вот, когда придет Машиах, то Машиах объяснит мне: нет, уважаемый Ури, эта квартира не должна иметь к тебе отношения, а ты должен жить вот там-то и там-то, это твоя оливка, это твоя, это твой виноградник, это твой источник. Вот здесь ты должен жить. Так что вопрос, эти 10 колен потеряны, в смысле продолжают находиться в рассеянии, или эти 10 колен потеряны, потому что мы, конкретные люди, живые евреи, потеряли свою связь в поколениях и потеряли память о том, к какому колену мы должны относиться. Вот этот вопрос на сегодня является дискуссионным. Еще вопросы? Возможно, благодаря генетике... Да, нет вопросов. Так сказать, наша традиция вовсе не отрицает достижений науки. В частности, был такой очень интересный генетический проект, согласно которому все евреи, ну, прошедшие через этот проект, да, то есть все евреи, которые прошли вот это обследование генетическое. Так вот, у всех евреев, прошедших некое генетическое обследование, выяснилось, что в очень-очень-очень-очень ранних поколениях, так сказать, 4500 лет назад, мы все потомки 4 женщин. То есть вот наши 4 прамамы – это, так сказать, вот оттуда есть пошли все евреи мира. То есть каким-то образом генетики определяют вот эти коды, содержащиеся именно в женской хромосоме. Так вот, у нас было, говорят, действительно 4 прамамы. Поэтому насчет генетики я ничего против не имею. Сколько стоит такое обследование, какой-то институт? Ой, ребят, честно говоря, я про это читал где-то 5 назад, на меня это произвело сильное впечатление, но я не запомнил подробностей. Если еще раз наткнусь, то специально, нарочно запишу. Мы с вами расстаемся всего на неделю, у нас еще впереди 2 книги Торы. Книга Бамидбар и книга Дворим. И ровно через неделю, в следующий вторник, 1 ноября, мы начнем книгу Бамидбар. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то всем спасибо за внимание и всем до свидания и всяческих удач!